Так, сейчас у нас будет знакомство, я решила знакомить ее по чуть-чуть. То есть, ну, сначала с Пусси, постепенно с котами, чтобы она не сразу его разу попадала, а то, ну, котенок маленький, может испугаться. То есть, я оставила одного Пусси, вообще. Лиза, выходи. Вот эти. Кошка очень ласковая, прям вообще. Ей скоро уже 4 месяца. Они в 4 месяца все так нелепо выглядят. Лиза. Страшно. Зеркало. Иди сюда. Кс-кс-кс. Мелисса. Ей, конечно, неинтересно. Она прям все время пыталась вырваться из комнаты, но вот сейчас как выпустила, она побаивается немножко. Я предполагаю, что Пусси сейчас будет шипеть на нее. Ну, пусть всегда так изначально делает, вот этим уже идет. Она росла с котятами, то есть их было в памяти, по-моему, 5 или 6. Ты испугалась, Пусси? Так, ребят, давайте не в спальню. Она даже не шипит, видимо, понимает. О, это Мисса так кушала. Мисса, Мелисса. Кошку так и будут звать. Имя придумывала для нее я. Я очень хотела кошку Мелиссу. И такое совпадение было помет на букву М. У меня есть несколько имен, которые как бы я хотела кошек назвать. Но на М была как раз Мелисса. Вообще, кто смотрит меня внимательно, я хотела так и дочку назвать. Была у меня такая идея, но муж не одобрил. В итоге осталось имя. Для кошки тогда, думаю, ладно. Мелисса, иди сюда. Не бойся. Пусть я самая безобидная в этой семье. Я из-за Миссы уже забыла, что кошки бывают такими ласковыми. Я думала, нет. Ну, обычно коты более ласковые, но это очень ласковая кошка. Чего там? Иди сюда, иди поглажу. Типа поглажу, не бойся. Не бойся, пусть хороший. Пусть хороший. Такая длиннохвостая красавица. Мелисса покупалась в разведение. По идее, я не собираюсь вести с ней племенную какую-то работу, хотя это тоже под вопросом, потому что если с сервалом не получится, то как раз почему бы и нет. Конечно, для сервала там породные данные не так важны, но для меня важны породные данные были. Плюс, скорее всего, первая вязка все равно будет с котом. Я хочу с рыжим котом, с красным таким же, чтобы были все котята красные. Как у нее мама и папа красные, все котята родились красные. Самое интересное. Чего, пойдем вниз? А дальше посмотрим. Мне, конечно, очень бы хотелось котяток. Я от Мисси так и не дождалась. У меня, если честно, никогда особо кошки не разводились, обычные породные. И мне бы, конечно, хотелось, мне интересно, как это происходит. Котятками повозиться, посмотреть, как это. Какая красавица такая. Пусть идет за нами. Пусть молодец, что он не шипит. Вы помните, на мяу он шипел. Видимо, все-таки чувствует разницу между диким котом. Мяу просится. Ну, я хочу с Пусси начать, а то они могут все стаи сразу на нее пойти. Не атаковать, конечно, но все равно страшное будет. Так она будет знать хотя бы одного кота. Да, потихонечку, постепенно со всеми она познакомится. В планах, конечно, после того, как достроится дом, останутся в доме она и сервал. То есть они будут сюда возвращаться, потому что если у них все будет складываться нормально, если он не будет там ее сильно обижать, он будет точно себя отстаивать нормально. Вот, тогда они будут жить вместе, чтобы как бы они привыкали друг к другу. А потом вместе и переедут. В тот дом хочу, потому что там есть выходы на улицу. Ну, а с котенком всегда важно, чтобы котенок вначале привык к хозяевам. Поэтому, конечно, когда появляется новый котенок, нужно ему побольше внимания, чем остальным уделить. Поэтому она, собственно, спит с нами сейчас в спальне. Посмотрим, как, говорю, если мяу, может быть, они вместе будут спать с нами. Но мяу довольно-таки жестко играет с Пусси. Поэтому, если, конечно, он с ней так же будет делать, то я это, конечно, не позволю. В том плане, что буду так же останавливать, как и с Пусси. Но это все зависит от ее характера. В принципе, она сможет его поставить так, что он и не будет.
А по поводу вязки, обсервала позже, зрею, чем домашние кошки, как раз они приблизительно одного возраста. И как раз, если он там не раньше созреет, получается, она успеет один раз развязаться обычным котом, а потом уже, если все нормально, у меня он до сих пор не развязанный, видимо, будет стерилизованным. А вот, а потом уже с ним. Чем это? Красавица, красавица, да. Такая еще. Это точно мейн-кун, я вам гарантирую. У меня есть все документы. Просто вот реально куны, вот самый такой непродаваемый возраст, так сказать. Ну, потому что до этого они такие симпатичные, пушные, потом они такие лысые становятся, но она обрастет, я думаю, она будет очень красивая. У нее невероятно длинный хвост, очень хорошие уши. Ну, морда хорошая, я надеюсь, что она еще лоб так доберет немножко. Ну, не критично как бы, но будет приятным бонусом, если будет идеально. С характером нормально, походу, сможет отстаивать себя. Курдюк. Еще потому что такая лысоватая, видно, курдюк. Курдюк такой. Ты красавица. Боже, я о красном мейн-куне мечтала еще, когда у меня куна не было. Если я думала, что заведу красного именно мейн-куна. Ну, опять же, кто давно меня смотрит, все это знают, что я хотела красного. Мишу не я заводила. И вот спустя столько лет у меня красный мейн-кун. Еще от тех родителей, которые я хотела, я ее бронировала, наверное, на третий день ее рождения. То есть первый день мне сказали, что вот там сегодня-вчера родились они, и на третий день сказали, что там точно есть девочки, и я бронировала. Там две девочки было, вот из двух девочек выбирала. Как вам нравится киса? Надеюсь, ты будешь хорошей парой для сервала. Возможно, если они не будут именно дружить, я просто попробую потом, опять же, под контролем показывать, когда она потечет ему. Потому что, ну, очень большой шанс того, что кот просто не поймет, что у него течка, потому что, ну, все-таки это разные виды, и он просто может не понять, он просто может ее не вязать. Опять же, а может вязать, но ничего не получается, такое тоже может быть. Но было бы очень интересно наблюдать за всем этим. Пуля такой, что это? Так, ну что, кошка? Не лис. К знакомству с куном готова? Бурчал-то. Кун. Кс-кс-кс. Ну или может ты просто тут сразу и мисса будет. Ну, куняша. Караулит дверь. Чего? А мисса? Если только сразу люлей не давай. Она еще ничего плохого не сделала. Две девочки, конечно, в доме. Интересно, как уживутся. Это остатки припилки. Зеркало. Все хорошо. Миса, ты умничка, ты тоже молодец. Чего такое, я тебя трогаю? Ты нюхаешь ее, да? Ну, пусть она уже знает, поэтому спокойно на него смотрит. Ну что? Такая маленькая по сравнению с ними. Три куна в доме. Я после миссии даже зарекалась, что никогда больше кошку не заведу куну, потому что, ну, характер, конечно, такой своеобразный очень. Но что-то пошло не так. Можно было, конечно, рассмотреть другую породу. Беру там серенгети, еще что-то подобное. Но все-таки по размерам куны самые крупные. Мне почему-то интересно именно с куном попробовать. И, кстати говоря, именно с рыжим, ну, там как получится. Куна еще ошейник такой здоровенный. Он, собственно, сейчас постоянно дома, потому что он очень долго гулял, напугал меня этим. Такой, скажи, большой. Куна, она девочка. Он очень долго гулял, напугал меня этим. Я купила ошейник, но ошейник оказался бракованный, не работал. Я его сдала, а других нет. И вообще что-то как-то особо нигде нет. Заказала сейчас от Агеназони его. Но придется ждать что-то прям очень долго, аж 5 дней. И дай бог они доставят, потому что Озон часто очень лично меня переносит. С характером девушка.
по отношению к котам. Озон очень часто переносит доставку. Собственно, кота я не буду выпускать, пока не одену, потому что я не хотела ошейник. Ну, ошейник тоже определенная есть опасность в нем. В принципе, у кошек они лазят по деревьям, где спится. Но я настолько сильно переживала в последний раз, когда его не было 5 дней. У нас я просто места не находила. И все-таки я решила, что ошейник нужен. Конечно, как вариант, можно также его поселить в тот дом, и там будет прогулка. Почему я, собственно, котов и хочу в тот дом? Во-первых, я там буду много времени проводить, больше, чем в этом, скорее всего. Я сервала просто с собой буду брать туда. А во-вторых, потому что там будет прогулка. И Пусси уже выпустила, значит, познакомилась первая, такая спокойно лежит. И Пусси, и Миса, они сейчас выходят на крыльцо гулять. И видно, что им стало это интересно. Отпускать как-то дальше я их боюсь, в отличие от Куна. Но они, собственно, и не идут, а как выхожу на крыльцо, они сразу забегают назад. Поэтому у них там будет возможность выгула, прогулки. Ну, мне кажется, это очень важный момент. Но Куна запирать в такой прогулке, когда он гуляет по всей их деревне, получается, это точно не вариант, мне так кажется. Потому что он просто привык к более таким просторам. Не бойся, тебя не обидят. Здесь все дружные. Все котики дружные, да. Ну, я, конечно, погорячилась насчет всех. Миса, ну ты что так? А вот, закрыть, как предлагают участок, я не знаю как. Он может и по гитеру перелезть, даже если он не будет пытаться по гитеру, то есть закрыть. Ну, например, под воротами я, в принципе, не могу закрыть. Ворота откатываются, то есть там вот этот низ не закрыть, а под низом, мне кажется, там собака пройдет, если захочет. Поэтому участка нет возможности закрыть. Так бы, конечно, в идеале закрыть участок, и чтобы он гулял только по участку. Но он найдет и подлазы, и что-нибудь еще. Трикуна. Офигеть, у меня трикуна. Ну, в общем, пока что попробую с ошейником, посмотрю, как это работает все. Потому что я, конечно, очень переживаю за него. Но и, ну, вы сами видите на видео сейчас, что он постоянно караулит улицу. То есть совсем его не пустить на улицу, ну, тоже как бы не вариант. 5 дней был, я сейчас покажу, что принес тут колтунов каких. Просто. Я ему стараюсь стригать колтуны. Это, к слову, почему я его брею на лето. Брить я не рекомендую кошек. У них действительно от этого другая шерсть становится, но тут как бы палка двух концов. Мису я бы никогда не побрила, я ее вычесываю, у нее вообще нет колтунов, все прекрасно. Здесь другой тип шерсти, он такой как баран. Она вон волнистый, и она постоянно скатывается. Вычесывай его, не вычесывай. Я его сегодня утром чесала, его где могла. Здесь уже понятно, только состригать, не вычесать. И все равно он уже выглядит как непонятно что. Вот. А, поэтому я его брила, потому что вот этого, конечно, уже 5 дней не было. И как бы за шерстью кунов меня часто спрашивают, как ухаживать. Вот за Миссой очень легко ухаживать. Просто иногда ее чешу и все. Где-то раз в неделю, мы даже реже иногда, и ничего нету. У Куна это просто трэш. И, конечно, ну вот это придется, скорее всего, сбрить. Ну, а если вот это сбрить, это будет там залысина, соответственно, уже проще всего. В общем, не знаю. Не хотела его в этом году брить, но это жесть. Просто вот 5 дней он гулял. Ну, кого гулял-то? Кто тебя там подкармливает, а? Кто подкармливает кота? Так все аккуратно ходят. Мисс, ты же здесь хозяйка, ты чего? Куняша, кот. Все по тебе уже соскучились, наверное. Давно тебя не показывала. Да, давно не показывала кота. Да, прям бесится, бесится. Она, видите, на него реагирует, ну, может, самец. На него реагирует немного по-другому, не как на Миссу. Она его боится, и при этом, видите, она вроде шипит, но подстилается под него, подгинается. Побаивается его. Мелисса! Ну, отлично, с котами со всеми познакомилась. Для первого знакомства с Пусси было хорошо, с ребятами тоже ничего так. Мелисса, иди сюда. Кошка, иди поглажу. Иди поглажу. Ой, какая урчалка. Ну, ты будешь красоткой, я знаю. Не все коты красивые. Какой хвост. Просто вы посмотрите. Он ей до носа достает. И курдюк, как у Пумыча. Ты красотка, красотка, девочка-то. Татушечка. С сервалом чуть попозже познакомлю.